Эти дома стоят здесь с начала 60-х и никогда не претендовали на благоустройство. Отопление печное, уборное на улице, а про воду и говорить нечего. Жильцы решили в корне изменить ситуацию. Они собрали все необходимые документы и обратились к властям с просьбой провести в их квартиры долгожданные удобства. Финансирование город оказал нам очень большое, 4 300 000. Остальную сумму мы дособирали жителями, но это в пределах 1 700 000. Сумма финансирования составляла с каждого жителя по 20 000 ушло у нас на общую магистраль, а финансирование в домах, в общие домовые, внутридомовые сети обошлись примерно от 12 000 до 15 000. Благо цивилизации провели в 168 квартир в 9 домах. Жильцы признаются, работа была очень трудоемкой, но она того стоила. Отметим, что этот проект далеко не единственный. Городские власти намерены помогать жителям и других районов Улан-Удэ. Скоро будем приступать. Сети под отведение будем на Кирзаводе строить. Вот. Заявки такие имеются. У нас, вы знаете, действует несколько программ. Развитие инженерной инфраструктуры и программа развития отдаленных микрорайонов. Градоначальник заметил, что без совместной работы властей и самих жителей города подобных проектов никогда бы не было. Руслан Батуев, Даниил Буркисанов, Новости.